Действительно, инвестиции давно стали своеобразным барометром развития экономики и государства в целом. Если инвесторы с интересом смотрят на вложения в ту или иную сферу в той или иной стране, соответственно, все процессы идут своим чередом и на должном уровне. Очевидно, что капиталовложение способствует совершенствованию инфраструктуры и увеличению объемов производства. В рамках инвестпрограммы Кашкадаринской области реализовано свыше 1000 проектов на более чем 3,5 триллиона сумм. В этом году планируется экспортировать продукцию на 1 миллиард долларов из региона. Наш корреспондент. Если в 2017 году на осуществление 26 новых инвестиционных проектов в Шахрезабсе было направлено 41,8 миллиарда сумм, то по итогам 2022 года этот показатель вырос в 5 раз. То есть на возведение 4 крупных текстильных предприятий и сдачу в эксплуатацию 77 проектов территориальной программы было освоено 251,8 миллиарда сумм, что позволило в 2022 году увеличить экспорт до 3 миллионов долларов. Еще один инвестиционный проект стоимостью 33,9 миллиарда сумм – это новая фабрика по выпуску мебели. Сдача ее в эксплуатацию позволила создать 100 новых рабочих мест в Шахрезабсе. А вот китайский мраморный завод выпускает гранитные и мраморные плиты. На осуществление данного проекта было направлено 37,9 миллиарда сумм. Открытие за счет 10 миллиардов сумм нового мукомольного комбината позволило трудоустроить 27 человек. Здесь установлены энергоэффективные технические линии из Турции с суточной мощностью до 10 тысяч тонн. И уже через биржевые торги на внутренние рынки реализовано 2400 тонн муки. В холодное время года мы без задержек снабжаем население мукой. В настоящее время запас готовой продукции в складских помещениях составляет 200 тонн. Кроме этого, ежесуточная норма наших технических линий составляет до 35 тысяч тонн муки. Наша цель – своевременно обеспечить внутренний рынок готовой продукции, но вместе с тем мы продаем ее в соседние страны. К примеру, экспорт в Афганистан составил 300 тысяч долларов. Эту цифру в нынешнем году мы намерены увеличить до 1 миллиона долларов. Махале Корасу запущен в эксплуатацию проект швейной фабрики общей стоимостью 2 миллиарда сумм. На предприятии по производству летней и зимней одежды работало 60 женщин и девушек. Только за месяц выпущено продукции на 200 миллионов сумм. Дополнительно из КНР завезли 60 единиц нового оборудования, в результате чего теперь здесь трудоустроено 120 человек. Данная швейная фабрика начинала свою деятельность как цех с 5 швейными машинами. А теперь это крупное производственное предприятие по выпуску готовых изделий и стрекотажа. Ежемесячно коллектив экспортирует до 150 тысяч единиц готовой продукции. Недавно установили новое оборудование из-за рубежа, и теперь мощности производства увеличились на 20%. Гектар земельной площади Махали Сейнбок отдан малой промышленной зоне. Здесь будет осуществлено 20 проектов. К примеру, молодой предприниматель Сейдмурод Холназаров получил 6 соток на данной территории. Он намерен выпускать минеральную воду. Монтаж современных технических линий из КНР стоимостью 2 миллиарда сумм уже завершился. Малая промышленная зона дала нам, предприимчивым людям, большие возможности. Я давно собирался открыть этот цех. МПЗ избавила меня от всех хлопот, связанных с созданием нового бизнеса. А это технические линии по переработке молока. Для проекта стоимостью 2 миллиарда сумм завезено энергоэффективное и автоматизированное оборудование из Болгарии. И скоро здесь трудоустроится 15 человек.